пусть мужество, пусть любовь усиливается в сердцах всех, кто понимает и осознает происходящее. Так, ничего, ребята, вы молодцы, жимайтейцы, настоящие рыцари, женщины и мужчины, несущие в себе свет. Не важно, сколько вам лет, важно, что вы пробудились, и пусть этот свет соединится с сердцами всех людей, неважно, сидящих в страхе, или понимающих, или осознающих себя. Пусть каждый, хоть на мгновение, но вспомнит свою истинную суть. Дух жизни и любви внутри себя, сознание Абсолюта, или сознание Бога, как называют. Да возгорится пламя в сердце каждого, да освободится сознание, коллективное подсознание и сознание каждого человека. Вот так. Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Ух, вот так. Вот так. Примите. Так. Примите это пламя. Все люди, соединитесь с ним. Вот так. Это место силы в парке сказки. И сознание предков, их мощь, их мудрость, их сила, их любовь сейчас, в данный момент, через этот огонь соединяется с сознаниями всех живущих людей на земле литовской. И пусть сознание каждого пробудится. Да будет так.